цветочек, нам нужен вот цветочек в первую очередь. Ну, тут редиска растет. Если позеленею или покраснее, так и будет. Свинья. Да что свинья, блин? Наверное, тебе по жопе надо давать. Приветствую, дорогие зрители, с вами Дерман Мини-Котик, скажи мяу. Мяу, приветик. Нас давненько уже не было в Майнкрафте, по крайней мере в выживании. И вот мы наконец-то вернулись. Это уже Майнкрафт с модами, вы просили модов. И здесь их аж 52 установлено. Основной уклон идет больше на Industrial. Там еще разные интересные мобы, которые меняют ландшафт, всякую фигню. На заднем плане вот у нас даже сразу же есть грибной регион, так что нам его искать даже не придется. И какая-то пиратская... не знаю, вот кораблина припаркована возле этого региона. Так, что же мы будем делать в нашем сезоне? Я даже не знаю, в первую очередь, скорее всего, нам надо бы найти какой-то свой дом. И, кстати, сборку я думаю, что я выложу, ссылка на нее будет в описании под этим роликом. Вы сможете скачать ее и совершенно с легкостью поиграть. Там portable версия, то есть вы скачиваете, нажимаете «Запустить», и там вписываете свой ник и все. Там все запустится. Ну, в принципе, думаю, там интуитивно, понятно, все на русском. Так, кошка, вот у нас тут стартовый сундук. Да. Забираем из него все самое важное. Самое тут вкусное. Еще из какого-то мода... Куда ты уже уперла? Я только хотел рассказать. А, ладно. Прости, я уже положила. Это какая-то страничка из какой-то книги Некрономиком. Я толком фиг его знает, что это. Ладно, забирай все, что там осталось. Так, я себе сразу сделаю какой-то верстачок. Забирай. Список модов я потом, скорее всего, в описании укажу, если не забуду. Скорее всего, я забуду. Но постараюсь указать. Ну, в общем, здесь и сумеречный лес есть, но мы будем, скорее всего, развиваться больше по индустриальной линии. Кстати, вон даже есть башни. Так, что же нам нужно в первую очередь? Цветочек нам нужен. Вот цветочек в первую очередь. Нет, нам не нужен цветочек. Так, я хочу поставить себе какую-то отметку на карте. Назову ее, не знаю, там, гриб, чтобы не забыть. Это просто, чтобы я себе знал, что у нас здесь вот находится наш грибной регион. Мало ли, куда мы с тобой чешем. Потом еще вернемся, может, еще корабль этот ограбим. Вот видите, вот миди-кошки на моська отображается на карте. Все, побежали. Так же самое я тебя вижу на своей карте. Угу. Сейчас мы дойдем до какой-нибудь местности с водичкой. Так, ну, первая живность. Здравствуй, живность, я даже не знаю, что это. Курка! Это желтая чакоба. А, слушай, это, наверное... Как страус. Я не знаю, на страуса похоже. Да, хотел сказать страус. У меня еще стоит мод на смарт мувинг, и я сейчас буду топить кошку. Так, кошка, а ну пошла в воду, нари. Ту-ру-ру! Ой, ой. Видите, кошка плавает в воде. Это ее самая большая мечта. Она вот любит постоянно возиться в воде. Если вы смотрели наш прошлый сезон, там, скорее всего, ссылка на него будет в описании, либо сейчас вот еще аннотация появилась. Так, ты продолжай топиться, я за тобой буду наблюдать, это довольно-таки забавно. Ага, кошка плавает. Блин, это так мило. Плавающий мини-котик. Ага. Кстати, там не утопись, ты дышать не забывай. Блин, это капец просто. Блин, всё? Ты потом посмотришь записи, это так смотрится со стороны просто офигенно. Выныривай. Я не могу, меня аж плющит. Тут еще на разные блоки можно забираться на высоту до... Ну, два блока высотой. Так, сейчас я вот немножко сюда слезу. Вот я подхожу впритык, нажимаю Ctrl, и вот я шкребусь вверх. Ты, если хочешь, можешь пробовать тоже. Ну вот, просто вот залезь и только не упади в самый низ. Ой. Вот, смотри в сторону, куда ты лезешь, зажми Ctrl левый и шкребись. Вот. Нифига да? себе, ага. Круто. Прямо как живой человек. Человек-паук, кошачий человек-паук, короче. Мне хочется посмотреть, что в этих домиках находится. Я какие-то тоже руины хочу. Непонятные. Да, это просто руины. Ой, мне надо кушать. Кушать? Что-то я еще пока не проголодался, как ни потому странно. Что я и лазила, а, и ну да, ты же плавала. Сразу у меня уже три захотела. Косточки нету. Три косточки у тебя нету? Да. Так, я хочу немножко ландшафт тогда поправить, раз тут я пару камней забрал. Я так. Один камень. У тебя один камень? Ну, молодец. Твой. Ну, тогда верни мне мой камень. Я сейчас себе сделаю пока, в первую очередь, меч хотя бы один, чтобы мы могли хоть как-то справиться. Еду, потому что я сдохну. Еду я тебе из камней сделать не смогу при всем большом желании, хотя ты и всеядная кошка. Слушай, так мы же тут видели курицу или страуса, может его зарубать? Ты такая
живодерка, блин. Да сейчас, погоди, я сейчас меч возьму и приду их фигарить. А. Вот, вот куры, вот куры. Вот так, срочно у этой курицы 4 здоровья. Интересно, сколько мой меч ей нанесет. Нифига себе, даже минус один. Да курица мне еще должна осталась. Да все, я уже убил. У меня есть. Ничего тебе не дам, мне еще нужно будет сделать тебе печку. Блин, кошка, а тем временем темнеет, ты знаешь? Халупу надо делать. Угу, надо. А у нас ничего нет. Идем вон к горе ближе, я сейчас в горе выгрызу немножко ресурсов. И мы уже, кстати, нашли алмазы в самой вот первой серии благодаря этому моду. Но попадается это довольно-таки нечасто, да и выкопать мы это, к сожалению, не сможем, потому что у нас нет железа, нифига. Посмотри, сколько есть алмазов. Блин, офигенно-то как. Сейчас пойдем ночью сражаться и искать себе овечек. Надо. Я не смогу сражаться. Да погоди, я сейчас сделаю печку. Так, пофиг, короче, вот поставил наш верстачок. Ну, вон там уже первые жители к нам пришли. Я вот мнусь и не знаю, куда поставить печки. Так, а ну кыш. Вот. Кошка, ну отойди. Я не могу печку поставить. Все, я поставил печку. Печку сейчас закину вот это вот дело. Я пойду еще, пока она печется, добуду себе еще одну курицу. Курицу я постою. Угу. О, вон идет крипер или кто? Да не крипер, это паучок. Нет, или, сзади. Блин, в воде. В воде. Видишь? В воде это простой зомби. Ну, ты, зомби. Ты пугаешься просто. Всего подряд, ты меня пугаешь. О, тут редиска растет. Слушай, пойди редиску жрать можно. Давай я попробую. Давай, сейчас мы если позеленею или покраснею, так и будет. Ага. Так, а ну, пробуй. Сжуется, не сжуется, или это как-то крафтить надо? Сейчас. Нет, нельзя. Нельзя? Нет. А ну отдай мне. И можно сейчас посмотреть, что с этой вот фигней можно сделать. Ну, пробуем найти. Так. Так, смотрим, что это такое. Нифига, из него не подсказывает, что можно сделать. Может, его пожарить надо. Ой, это дядя пришел быстрее, а то да бей сейчас... своего дядю, я тебя не трогаю. У вас своя так атмосфера. Я не могу. Ну, кошка, ну бей, ну что ты с у меня здоровье. Блин, здоровье. Ладно. Вот. Что ты рукой бьешь? У тебя нет меча? Сейчас я тебе меч сделаю. Накормись, я тебе всю курицу отдам. Блин, как ни странно, я еще не голодный. Подумал, что у меня может креатив включен. Не, нифига. Просто я какой-то, как обычно, как в реальной жизни. Хочу жрать меньше кошки. Так, это же два меча сделаю. Так, сейчас, подожди, я тебе дам меч. Так, кошка, иди сюда. Кошка. Иду к тебе. Я надеюсь, боюсь YouTube упустить курицу. Не затемнится и на качестве вам вот все видно. Слушай, я, наверное, тут поставлю себе отметку. Потому что здесь алмазы, алмазы, блин. Уголь и что-то красное. Да, вот сейчас мы, кстати, пойдем за углем. Пыль вот это или что? Игре. Да, вот. А я тут пока побуду. Угу. А я тут пока подобываю уголька немножко. А я добыл железо, слушай, я добываю железо, я смогу добыть алмазы. Лабу так, на меня тут уже нападает парень с луком, причем с луком не съедобным, а с луком, которым он меня стреляет. Так, что мне нужно? Мне нужно... Чё ты палку сюда засунула? Это не я. Или я. Ты решила её сжечь? Даже у меня на моем меню отображается твое здоровье. Да, и у меня его не очень много, и ты мне не помогаешь ничем. Сейчас иду. Впрочем. Ой, ты весь в этих... Весь в этих. Стрелах. А ты мне прости. Не помогаешь. Иди хотя бы кур убивай, потому что я сейчас скоро проголодаюсь. Так, у меня есть две куры. Курицы. Куры? Две куры. Так, выжигается. Ладно, пусть я пока выжигается. Слушай, сама пришла. Куры. Мне жалко убивать. Куры! Мне не жалко. Она пришла ко мне на свет. Она пришла и говорит такая: Тилка, привет! Съешь меня! Нет. Это суицидальная курица, если верить тебе. Иди хотя бы кур убивай, уж я сейчас... Ладно, потерим кошки и будем верить в то, что курица пришла, чтобы я ее убил. Я жарю ее уже. Тебе приходится себя утешать, чтобы не думать о том, что ты убийца. Я живу вместе с убийцей. Курица не жарится. Стыдно вообще? Чё? Курица не жарится, я добавила палок. Да прекрати ты на палках жарить, я на угле буду жарить. На палках жена сильно. О, слушай. Так, что происходит? Блин, что-то меня так лагануло жестко вообще. Как? Смотри, тут получается я чудика убил, а с него посыпалась куча всего интересного. Даже вон золото выпало. Свинья! Да что свинья, блин? Станет живности. Прости, это на место. Свинья. Он тебя уже зомби хочет прибить за то, что ты такая вредная. Так, я надеюсь, все-таки эта сборка проседать не будет у меня по FPS. Потому что вот момент со скелетом мне что-то не понравился. А у меня еще яйца есть. Что? А? У тебя только один меч? Так, вот ну, посмотрим. Сейчас, допустим, у меня был в руках меч. Теперь у меня... Да, вот у меня на спине кирка висит.
Яишки возьми. Я уже все взял, что ты хочешь от меня? Идем к нашему домику. Тут стоит такой стейк. Откуда у тебя стейк? Я ж тебе скажу, я свинину убила. Ох ты ж. Ты такая убийца, блин. На. Фига ты всех убиваешь. Блин, спасибо. Сейчас еще свининку. Да прекрати живность трогать. Здесь жил какой-то фермер. Фермера пришел, не знаю, покусал зомби. Фермер превратился в зомби. Мы из зомби забрали его какие-то ресурсы. Ты еще взял и убил его свинью. Даже взяла и убила вот домашнюю курочку, которая пришла к нам и сказала такая: «Привет! Бейте меня!» Ты такая: меня. «Я тебя убью!» Так, ты бедная, блин. Наверное, тебе по жопе надо давать. Так, кстати, откуда здесь эта земля? Ну, попытайся мне оправдаться. Нафига, если эта земля нужна? Так. Я укрытие делала. Укрытие? Взяла еще этот вот блок камня сюда поставила. Не гриню, что это не ты его поставила, я все знаю. Я поставила. Взяла, блин, спрятала от меня редстоун. А нам редстоун еще, ой-ой, как нужен будет. Пусть пока себе пережаривается. Смесь так, я тебе, короче, смотри, я тебе доверяю вот эту печку. Ты следи в ней, когда курица пожарится, закинешь вон, среди тебя свининка валяется. А я пока в соседней печке заберу железо уже в тебе. Короче, пережаривай все мясо, да? Угу. А у меня нет угля. Пережаривай. Ну, на тебе пару угольков. Я тебе кинул, вон они передо мной валяются. А сейчас я сделаю кирку. Я пошел наверх, сверху накопал. Я их не взяла. Ну, блин, вот на тебе еще раз. И, по-моему, еще как-то выпал какой-то бэкпак с этого мужичка. Я не совсем помню, как этим бэкпаком пользоваться. Помню, что можно одеть его на спину вроде бы. Да. Через shift он оделся. А как его... Вот, в него что-то наложить и на спину положить, я фиг его знает. Сейчас его где-нибудь здесь положу, вот сзади нашей печки. Да, вот я его положил, и теперь в него можно вот послаживать все, что мне не нужно на данный момент. Откуда у меня вообще початая кирка? А, это из чурика, скорее всего, выпало. Так, момент истины. Я сейчас буду добавить алмазики. Ну что, ты хочешь мне добавить алмазики? Да, давай. Ты сделаешь мне броню алмазную, все алмазное сделаешь. Эй, хренушки тебе. Давай. Я думаю, тогда мы уже добудем их в следующей серии. Как бы уже и так 20 минут поиграли. Заодно почитаем ваши комментарии, узнаем, чего же вы хотите, чтобы мы как развивались, или что нам делать в следующей серии. Может быть, ограбить какую-то деревушку, или направиться вон в ту башню, сражаться с боссом, хотя нам рановато туда совсем. У нас даже дома нет, даже кровати нету. Еды нету. Ладно, в общем, спасибо, что вы нас смотрели. Всем спасибо. Всем пока-пока. Паучок такой пришел.